Уфе подвели итоги деятельности налоговых органов республики за первое полугодие 2016 года и обозначили приоритетные задачи на ближайшие месяцы. Во все уровни бюджетов территориальными налоговыми органами мобилизован 125 миллиардов рублей за первое полугодие. Обеспечен соответствующий рост. Консолидированный бюджет Республики Башкортостан 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Доначисления по выездным налоговым проверкам составили 1 800 000 000 рублей. Уровень взыскания достигнут 92%. Это очень высокий показатель. В следственные органы было передано 50 материалов. 29 уголовных дел было возбуждено. Также были отмечены цифры снижения задолженности во все уровни бюджетов на сегодняшний день. От начала года задолженность снижена на 150 миллионов рублей, и эта работа продолжается.